Раз, два, три, пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три, кольцо, пятьсот четыре, пятьсот пять, пятьсот шесть, кубол. На этом тренажере ученики кадетского класса до автоматизма отрабатывают последовательность действий в воздухе. В Химкинской школе номер 8 установили воздушно-десантный комплекс в честь 110-летия основателя ВДВ Василия Маргелова. Сначала это был небольшой клуб «Антитеррор». Начиналось все с 6 человек, которые были увлечены, стали заниматься. И дальше он стал обретать популярность. И было решено администрацией школы создать вот специальную программу для подготовки кадет, которая называется «Антитеррор». По окончании обучения кадет должен владеть оружием, техникой штурма и рукопашного боя, знать тактику, уметь погружаться под воду и прыгать с парашютом, но перед тем выучить теорию. В классе ребятам рассказывают о конструкции парашюта и учат правильно его укладывать. Вот он находится в сложенном состоянии, вот этот парашют как раз, да, вот находится здесь. Когда вы выпрыгиваете, он почему стабилизирует ваше положение? Чтобы вас не крутило в воздухе, он как бы вас придерживает. Александру Бучкову 14 лет. Парашютным спортом увлекся год назад. Уже совершил 2 прыжка, поэтому как вести себя в воздухе, знает на зубок. При выходе из самолета нужно сгруппироваться, сосчитать 3 секунды, выдернуть кольцо, сосчитать еще 3 секунды, осмотреться, посмотреть купол. Нету рядом других парашютистов. И все. После этого можно наслаждаться полетом. Человек давно покорил воздушное пространство и чувствует себя в нем уверенно. Эти ребята только начинают свой путь в небо. Знания, которые передают им опытные наставники, не дадут совершить ошибку. Эльдар Шафигуллин, Ксения Брагина, Николай Забрудин. Служба новостей.